Дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский, школа Бовсуновского. Что такое школа Бовсуновского? Школа Бовсуновского – это возможность программировать с абсолютного нуля любому человеку. Она включает в себя несколько ресурсов по просьбам и писем. Я на определенное время небольшое решил сделать доступ ко всем сайтам. То есть, нажимая «Получить логин и пароль», вы можете получить доступ к, ко всем сайтам школы. Это основной сайт spb-tut.ru, сайт Python с полного нуля, сайт обучения Kiwi, сайт системы продавашков. В свою очередь, сайт spb-tut.ru состоит также из платных разделов, но в пределах акции вы получаете доступ ко всем разделам. Это такие разделы, как Python OOP и машинное обучение. Школа, в общем, уже имеет более 8 суток видео, и видеоуроки добавляются постоянно. Для знакомства вы можете нажать «Войти», если у вас нет логина и пароля, и ввести логин демо, пароль демо. Я же войду под своим логином. Все уроки по шагам. Школа, что собой вообще представляет? Она является... как правильно сказать, школа является мощным стартом пошаговым для становления вас как программиста в любых областях. Почему в любых областях? Школа охватывает в себе основные направления и ступени. Сайт Pro365.net содержит пошаговые уроки для людей, которые вообще не знакомы с программированием, чтобы начать с нуля. Цель данного сайта – научиться понимать Python, книги, справку и начать программировать. Продолжение идет на сайте spb-tut.ru, где по плану вы знакомитесь и начинаете работать с Django, продолжаете углубляться в Python. Также данный сайт содержит раздел подробного уже подробно мы окунаемся в объектно-ориентированное программирование, но опять же с нуля. И данная школа содержит раздел машинного обучения, который включает в себя работу с такими библиотеками, как NumPy, Matplotlib, Pandas, машинного обучения. Также в школе есть сайт, посвященный Python for Android, где также все у нас идет по шагам. И система продаж. Система продаж, которая рассказывает основные принципы и методы продаж, это кому уже интересно. На данный момент вам достаточно зайти на сайт spb-tut.ru, нажать «Получить логин и пароль», получить пожизненный доступ к школе. Что это даст? Это даст уверенно с абсолютного нуля начать программировать, писать абсолютно любые приложения. Так как в школе мы изучаем общий курс Python, потом углубляемся в Django, в Kiwi, то есть вы научитесь писать разные приложения и будете программировать. Школа является здесь большим подспорьем. Нажмите еще письма истории, их довольно много, это все сообщения с группы, которые здесь написаны, писали реальные люди. Значит, все сайты школы
содержит раздел «Начни здесь». Это описание уроков, получить логин и пароль, но на данный момент на spb-tut можно получить доступ ко всем ресурсам. И также на spb отмечается «Читать новое». Здесь можно посмотреть добавление курсов. Вот, например, ну, вот сейчас я пишу сегодня. Ну, в принципе, неважно, когда вы зайдете, вы увидите по дате, что идет постоянное добавление в школу. На данный момент я просто немножко поработал, продолжу работать с Kiwi. Хотя в школе все взаимосвязано, так как в уроках Kiwi вы найдете ссылки на SPB, на значит, Python OP. То есть школа — это комплексное образование. Подводя итог, можно сказать, итак, школа создавалась для того, вообще я создавал, чтобы люди, которые мечтали программировать, начали программировать. Обучение по шагам. Второй момент. Основная идея школы — это программирование, доступное каждому и понятное каждому, так как разъяснение идет очень подробное. Школа охватывает много направлений, и в скором будущем планирую добавить еще два языка, C и C++, и поставить их на службу Python. Не удивляйтесь, что будут эти языки, потому что кто-то скажет, что на C написан Python. Все это верно, но любой код C можно превратить в код Python. Но это чуть позже. А сейчас подведем итог. Школа — это Python с нуля с постоянным усложнением, то есть развитие, и включая Python — объектно-ориентированное программирование. Школа — это работа с таким фреймворком, как Django. После Django вы сможете работать абсолютно с любым фреймворком, потому что все остальные проще. Школа — это, значит, обучение с нуля, я это говорил. Это работа с такими приложениями мощными, как Kiwi, Python for Android, на которых можно писать абсолютно все. Бизнес-процессы, графика, графика 3D, программы, игры, все что угодно в одном пакете. Также продажи. Для получения скидки вы просто оплачиваете Django Expert, на который цена снижена. Для этого надо нажать на ссылку для оплаты для России, СНГ, также для белорусов. Внизу также есть видео, как оплатить. После оплаты вы будете перенаправлены на страницу с инструкциями. Грубо говоря, после успешной оплаты вам необходимо будет написать письмо. В обратном письме вы получите логины и пароли. Прочитайте также информацию вот здесь. На странице для оплаты банковской карты необходимо. Оплатить можно с любой страны. Перед тем, как оплатить, я обязательно рекомендую нажать «Начни здесь» на spb-tut.ru и обязательно почитать раздел «Почему Python». Здесь собран чистый опыт, и вы получите довольно много советов. Здесь довольно собрано много ссылок для принятия решения. Это очень важно. Также можно воспользоваться еще такими ссылками, как посмотреть видео в разделе «Еще помогли многим». И вообще обязательно почитайте письма истории и посмотрите новые курсы, так как вы получаете пожизненный доступ, а курсы постоянно добавляются. Что непонятно, у нас спрашивается в группе. Ваш Gmail будет добавлен в несколько групп, вам надо будет только подтвердить, так как, например, домашние задания привязаны к плану уже сразу и привязаны к определенным рубрикам группы. Какие результаты? Ну, например, на главной были люди, которые сразу по урокам делали коммерческие сайты, не зная Django.
Ну, а вообще мне нравится эта недавняя запись. Сергей Гришин, человек, военный пенсионер с ясной головой, то есть изучать программирование можно абсолютно с любого возраста. Вот что он написал. Вот как он делает уроки, он написал. Вот запомните этот адрес, наберите, прочитаете. Info History 10. А, стоп. Сергея будет другой адрес. Ну, неважно, остановите видео и почитайте. Это в письмах историях. Здесь их совершенно много. То есть реально люди начинают программировать. И самое главное, что вы будете в процессе обучения. Я рекомендую использовать отдельный ящик Gmail для того, чтобы не путать и ящик это с другой почтой, чтобы можно было создать определенные папки, так как кто-то сбросит код, кто-то приложение, чтобы вы могли важное для вас сохранять. Успехов, спасибо большое за доверие. Все у вас получится.